На площадке команды «Динамо Митар», город Челябинск, и Заречье Одинцово, Московская область. Шупенёва блок-аут. Каждому удару как готовится, чтобы максимально иметь возможность разные варианты попробовать. Дьяченко. Хорошая подача. Разумеется, стальная страхует Шупенёва, но раз начало получаться, то грузит ее прилично сейчас Полина Матвеева. А здесь блок-аут. Очередное четвертое по счету очко для своей команды. Что и происходит. Но прием идеальный. Еще раз напоминаю об этом, акцентирую на этом внимание. Снова Анастасия Стальная. На задней линии подчищает здесь блок. Соколова-Матвеева. В блоке обычно стараются через связующую играть, но это вот такой вариант. Довольно редко, кстати, подобные вещи в женском волейболе случаются, когда обманный удар, скидку, не караулил ее даже. Забыли совсем. Двойной блок на задней линии. Инна Круг. Смягчение есть. Удалось отстоять. И вот ответ, да? Нет, не удалось. Ну, соперница после успеха визави. Вот теперь скидка тоже. Отличная подача, отметим. Стальной. Вот опять тот же адрес. Тройной блок. Оставляет мяч в игре Полина Матвеева. А здесь можно сыграть. И снова борются и бьются в защите волейболистки Заречья Одинцова. Здесь даже на атаку есть намек. Не будет полноценного нападения. Ну и, наконец, такой довольно... Может быть, судорожный несколько удар Марии Самойловой. Ну, а что было делать? Нужно было в этой ситуации использовать все имеющиеся возможности. Ну, отдадим должное и тем, и другим. До конца сражались. Стальная блок-аут, а ситуация была тревожная. Кураева все-таки отправила Полину Матвееву пасовать. 25-24. Шупенёва. Она прямо сама себе. Пенёва. Удалось отыграть сетбол волейболисткам «Динамо Метар». Стальную подзагрузила, и действительно, проблемы есть. Вот в том они и заключаются, что очевидная передача в зону четвертого номера. Все. Ну вот подача в стальную, эйс. И 28-26 в пользу «Динамо Метар». На волосок, буквально какой-то безделицы, какой-то чепухи не хватает, какого-то финального усилия Заречья Одинцова для того, чтобы взять партию. Укороченная, и вместе бросились Круг и Демидова. Стальная в защите очень хорошо. Матвеева страхует. Инна Круг. Шупенёва. Прогрызла таки блок. Пробурила, я бы даже так сказал. 8-12. Ну вот мини-серия, по крайней мере, есть на подаче стальной. Да. Ну, вот тот же вариант и на круг с центра сетки примерно.
А здесь скидочка, но блистательно играет либеро челябинской команды. И Самойлова завершает атаку ударом. Площадки мяч, скидка хороша. Да, в общем, там и силы к сопротивлению тоже ослабли. Круг по рукам, здорово. Нет, аут, и все. 25-16, третий сет тоже остается за «Динамо Метар», и команда выигрывает матч в целом, и есть возможность насладиться радостными лицами девушек.